Да. В общем, романс. Я встретил вас на прошлой Грушинке в субботу. Я шел к палатке после творческой работы. Я помню, долго в чем-то убеждал кого-то. И убедил, и он упал, а я ушел. А вы стояли и выдыхали запах лета. Я подошел к вам и сказал примерно это. Мадам, согрейте душу бедного поэта. Вы улыбнулись и сказали: ха, хорошо. В палатке ночь, вот эта ночь, не то что в спальне. Здесь только вы и только я, рюкзак и спальник. Но это сволочь Ерофеич, мой начальник. Привел с ночевкой свата брата и жену. И мы лежим, как шпроты, ровными рядами. Ребята, дайте мне шепнуть два слова даме. В ответ на это я пошел к какой-то маме. А по дороге заблудился и уснул. Мне снился сон, что я и вы в одной постели. Я обнимаю вас, ну как на самом деле. А вы меня как будто вовсе не хотели. И упирались, как разбуженный медведь. А утром встал я с синяком под левым глазом. Вот вам смешно, а до меня дошло не сразу, что я в порыве непонятного экстаза вас не начальника пытался поиметь. В палатке ночь, вот эта ночь, не то что в спальне. Здесь только вы и только я, рюкзак и спальник. Но это сволочь Ерофеич, мой начальник, не замечает очевидных мелочей. А я куплю себе отдельную палатку и заведу себе отдельные порядки. И мы любить друг друга будем без оглядки на Ерофеича и прочих сволочей.